Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Руслан, канал Реальная Миграция. На часах у нас 4:30 утра, Нью-Йорк еще не спит, как в принципе и всегда. Нахожусь я сейчас возле университета Колумбия, всем, я думаю, известного университета. Как вы знаете, в США были выборы сегодня. Выборы оказались очень непредсказуемыми. Я думаю, многие уже знают, кто победил. Вот. И ввиду своей деятельности я сегодня оказался свидетелем, так сказать, я подслушал очень много интересных разговоров. Разговоров своих пассажиров, ну и просто людей на улице. Мнений очень много. И я, конечно, полемику не собираюсь разводить касательно политики. Вот. Я думаю, это дело бесполезное. Но расскажу немного то, что думают вообще нью-йоркцы. Большинство из тех людей, которых я сегодня слушал, с которыми разговаривал, были представителями той интеллигентной молодежи, которая работает как в госструктурах, так и в корпорациях крупных. И мнение, конечно, очень-очень сильно тревожит меня, потому что я сегодня слышал мнение, начиная с того, что Трамп стоит в одном ряду с Наполеоном и Муссолини, то, что первые шаги Трампа сведут с ума всех жителей США, да, вот. Но я не знаю, не могу ничего сказать по этому поводу. Я всегда придерживался мнения, что нужно пожить и посмотреть, да. Будем посмотреть, как говорит Евгений Ольстановский. Итак, что еще сегодня было интересного? Интересно было то, что все жители Нью-Йорка от мала до великого, да, все очень активно переживали этот день. Выборы здесь что-то, нечто такое сверхпатриотичное. Да? Все люди очень близко к сердцу принимают выборы президента. И город живет немного другим ритмом. Город вот весь пропитан сегодня был политикой, вот именно выборами. Очень много интересной молодежи. Очень много интересных мнений. И людям не безразлично мнение каждого человека. Что меня волновало, так это то, что очень многие люди, которые сегодня со мной общались, они были представителями меньшинств, как национальных, так и, знаете, представители движений там лесбийских, также были представители короче, вы поняли. Итак, я, конечно, не могу с ними согласиться. Они все в один голос кричали, что беда, нам не нужен больше американский паспорт, валим в Канаду. Такие вещи говорили, на самом деле, немного глупые. Но мы уже, как я раньше упоминал, не будем здесь разводить полемику и обсуждать эти вещи. Но меня это тревожило, потому что как-то слишком слабохарактерно они выглядели. Я думал, они все-таки посильнее будут духом, да? Итак, вот, в принципе, и все. Я много здесь не собирался разводить, да, болтовни. Выиграл Трамп. Нью-Йорк, скорее всего, будет негодовать. Он уже негодует, как я вам сказал, да, по многим из тех
с кем я сегодня разговаривал, по ним было видно, что Нью-Йорк негодует, Нью-Йорк недоволен выборами. Но я не говорю за себя, потому что мы молодые мигранты, мы еще пока не имеем права даже голосовать, поэтому я просто как обозреватель наблюдал за всем этим с самого утра, и вот такие вот примерно результаты. Ничего не могу сказать плохого как про республиканцев, так и про демократов, потому что я еще молод и я еще ничего не знаю. Я еще здесь не пожил толком. Советую вам читать побольше американских новостей, не слушать российские новости, потому что, сами знаете, пропаганда работает в каком направлении. И лучше, конечно же, читать разные источники, американские, разные причем, чтобы как-то какую-то истину для себя установить, если вам что-то будет интересно. А что касается иммиграционной политики, также начали многие там бить колокола, сказали то, что Трамп всех депортирует, то, что Трамп значит, запретит сразу геям жениться, там, да, замуж выходить и все такое прочее. Вот. Я единственное, насчет чего переживаю, так это по поводу иммиграции, но опять же таки не хочу бить пока тревогу раньше времени, потому что нужно пожить и посмотреть. Посмотрим, какая будет политика. Ну и опять же таки, хочу сказать, напомнить то, что Сенат тоже будет республиканский. Поэтому США переживает новую эпоху. США переживает новую эпоху. Эпоху республиканского правления, правления республиканской партии, да, и я думаю, мы будем все с интересом наблюдать за правлением этого экстравагантного человека Дональда Трампа. Вот, ну все, друзья, я думаю, мне уже пора идти спать. Вот, и на улице становится как-то попрохладнее. Сегодня было плюс 16, а уже где-то до плюс 13 температура опустилась. Безумно красивое место, Columbia University, но все-таки пора уже, наверное, собираться домой и ложиться спать. Посмотрим, что будет дальше. Мне, безусловно, это все очень интересно. Я человек очень любознательный в плане политики, в первую очередь, как обозреватель, а не как полемик, да, там, собеседник. Поэтому поживем, увидим. Ну все, друзья, всего вам доброго, не болейте, будьте счастливы и стремитесь к своим целям, идите к своим целям, никогда не сходите со своего пути. Вот, поддерживайте друг друга, и все у вас будет хорошо. Пока!